Кумите в японских боевых искусствах – это схватка и самый насыщенный раздел соревнований «Кубок Триумф». На омском велотреке состоялся этот всероссийский турнир, где собралось 600 спортсменов, и больше половины из них выясняли, кто лучший в полноконтактном бою. Здесь оценивается техника ударов, поэтому все 3 минуты боя расслабляться нельзя, даже если ты ведешь в счете. И соперник, нанесший самый точный удар, может вырвать победу под самый занавес встречи. Вид спорта развивается динамично, и на сегодняшний день его культивируют 189 стран мира. То есть мы неоднократно пытались войти в Олимпийские игры. 4 попытки уже было на протяжении 8 лет. Ну вот, новый президент Международного олимпийского комитета пообещал, что Токио-2020, эта программа карате будет включена. Одна из самых заметных сборных – команда Югры. В самых разных весовых категориях эти спортсмены не покидали пьедестал. Многие каратисты впервые бились в Кубке Триумф, но свой опыт считают крайне полезным накануне международных стартов. Выигрывать – это всегда хорошо, позитивно настраивает на следующую работу. Также посмотреть свои ошибки, дальше чемпионат России среди студентов, три этапа Кубков России, отбор на чемпионат мира. И вот это все для этого. Что такое плотная соревновательная сетка, ощутил на себе новосибирский спортсмен. Сначала мастер спорта по карате вышел в финал, одолев сильнейшего соперника. Через 5 минут дрался уже за первое место, а через буквально мгновение уже отстаивал честь команды в супербоях, сборная на сборную. Без должного перерыва в усталости он все равно не признался. Спортсмен утверждает, что выносливость и собранность – основа успеха. В этом и заключается суть карате, когда нет сил абсолютно. Собираешься духом и просто делаешь дело, которое ты должен. Чем мы, собственно, занимаемся на тренировках каждый день. Среди 600 бойцов главный трофей турнира выиграли амичи, повторив сценарий прошлого года. За Кубок Триумф боролись каратисты самых разных возрастов из 13 регионов России. Часть из них готовится к российскому чемпионату, остальные претендуют на поездки в Европу. Соревновательный опыт, полученный в Омске, сложно недооценить. Ведь самые сильные каратисты и регионы-победители составляют тройку сильнейших из года в год, меняясь местами. Так сменились обладатели 2-го и 3-го мест. И Новосибирск по количеству побед смог обогнать Ханты-Мансийский автономный округ.